Всем, ребята, здоровья, всем Расцава, и сегодня у нас реакция на адский босс «Весенний срыв». Первый сезон, третья серия. Эта серия будет, если что, заранее скажу, ну, я думаю, многие знают, очень пошлая, так что я заранее готов, в отличие от первой серии, где я там чуть ли не был шокирован от одной сцены, здесь я готов, потому что даже некоторые сцены я тут помню. Это будет очень такая серия... Я обожаю эту песню! Нормально забил. Господи. Ну, в некоторых, конечно, воду выпускают. Йо, просто. Мне говорили комментировать больше, кстати, некоторые по поводу озвучки. Но я вот замечаю вот такие моменты с сильными пикселями. Но это именно вот неадекватов, да. Это, по-моему, ну, в оригинале такого не было. Ну, бывает. Бывает. Я тут ничего не буду говорить, чтобы говорить. Просто бывает. Да как там... Жизнь. Сосу... Что там было? Сосу за жизнь. А, ну, понятно. Нормально, нормально. Ты сосёшь за жизнь, да ну! Слушай сюда, банальный флакон розовой кончи! У тебя есть 3 грёбаные секунды, чтобы убрать свой хировоз с моего парковочного места! Хировоз. Вот срань! Веросика! Блица. Я должен был догадаться, Блица. Что это ты. Я могу чуять рыбу за километры. Что странно, ведь ближайший океан где-то... Под рыбой он имеет в виду, ладно, я промолчу. Я думаю, некоторые поняли, что я хотел сказать, но ладно. 3 кругами ниже! А мне надо было догадаться о тебе, услышав Amber Alerts. А, да? А кто выпустил жирный зад из вытрезвителя? Ведь ты все еще бухаешь, шлюха, присосавшаяся к бутылке Beetlejuice, как будто это последний член в аду. Меня выпустили, потому что я известна. А вытрезвитель для самых безнадежных лохов. Так что привет от сестры. Нахера ты тут встала? Это единственное парковочное место нашей компании. Так что переставь свой тампономобиль куда-то еще. Смотри. Козел, на нем вообще-то мое имя. Я занимаюсь финансом для одной из бесконечно более условных компаний. Словесно пытаются друг друга урыть. И в этом здании. Да, они подтянули меня на недельку порулить с Тимой на время весенних каникул. Неделю? Нет, ты не будешь парковаться тут ёбаную неделю. О, ты зол, Блица? Собираешься сбежать? Повесить оплату отеля на кого-нибудь? Мне нравится озвучка здесь Веросики, она озвучка здесь аутентичная. Мне нравится. Я не знаю, что еще сказать по поводу озвучки, правда. Вот эта манера, вот, кстати, в англ-жаргоне, неправильно я сказал, в англ, в говоре, почему-то вот, особенно у женских персонажей, присутствует вот это вот, I'm fear, вот это вот, я не знаю, замечал, вот даже когда переслушал английский дубляж смешариков, там Нюша вообще какая-то, как будто бы ей, не знаю, 25 лет она звучит там, и она такая «Fear more, I can't». Вот это вот манера. Интересная. Другого? Украсть тачку. И здесь это, кстати, даже присутствует. Уехать 3 кольца к небу, чтобы следить. Нет, в этом персонажу это подходит. Мои кредитки на дерьмовые уроки наездника. Черт возьми, шлюха, хватит переводить тему. Подавись шершавым членом. Да что так жестоко там, хоть бы не шершавым-то, блин. Стоять! Тебе лучше сдвинуть свой шмаровоз. Ну ладно, ну хотя бы не... не колючий, я не знаю. Я... Ты что? Или я... Я позвоню менеджеру. Кстати, познакомься, это мой адский пёс Вортекс. Ой. Блин, почему это... Не знаю, наверное, только я такую фигню замечаю, как человек, который немножко в сфере анимации. Наверное, это я такой замечательный от слова «замечать». Ладно. Он как ты, только с работой бывает. Справляется лучше. Папа, кончелыжник. Кончелыжник. Ну, двойной смысл имеет здесь в данном случае. Но я думаю, в будущем таких моментов будет все меньше и меньше. Столько времени убил с дырками вроде этой. Ты знаешь Веросику Мэйдэй? А? А, да, ее, да, мы встречались. Это было... А Луна так от нее фанатеет настолько сильно, на самом деле, неожиданно. До или после того, как она стала поп-звездой? Вы встречались с поп-звездой? Окей, почему вы раздуваете из мухи слона? Алло, это Веросика Мэйдэй. И вы? Типа, она слепая? Страдает от какой-то травмы мозга? Так, слушайте, вы превозносите вот эту интрижку сильнее, чем она того... Вот это унижен, Блиц, унижен называется. Хоть я вот не лезу в вашу тупую личную жизнь. Да, а, да? Правда, что ли? Да. Девочки лезешь, сэр. А какая она в постели? Милли! Что? Это поп-звезда. Ты бы захотел узнать, как трахается Майкл Кроуфорд.
туше. Так, все, закрыли тему. Милли, найди временное место для тачки. Окей, Луни, Мокси, допустим, пошли разгребать это дерьмо. Марио, нормально. Они меня видели? Бля, у меня ж сегодня макияж хреновый. А ты выглядишь чудесно, Луни. Как макияж. Всегда. Заткнись, ба! На лицо. А, здоровяк! Где манда, на которую... Самое милое выражение здесь лица Луны было. Ты работаешь! Она в своем офисе. Весь сериал. Комнаты на этажах Сакюн заняты, так что они сняли ее на этом. Дешевле. А, да ладно! Прости, мужик. Рофл на рофл. О, не пизди, сука! Сэр, позвольте мне пойти к ней и попытаться вразумить. Я почти не слушаю то, что относится к жанру поп-музыки, поэтому ее статус для меня ничего не значит. О, господи. Заткнись, Мокси. Мокси, заткнись нахуй! Окей. Ай, блин. Здравствуйте, мисс Веросика, верно? Я работаю в ИМ, и для нас крайне важно вернуть то парковочное место, что вы заняли по... Я думаю, что здесь словами мало чего решишь. Особенно так вот. Демократически, так скажем. Сколько оно было выделено нам, ведь... Бега, здесь хороший микрофон. Мне вот такой. О, посмотри на этого мальца. У него маленькая бабочка. Прошу не принижать меня, мэм. Я... Маленькая бабочка, зато какой у него большой и твердый... Ну, коротыш. Щедрое предложение, но я женат. Слышь, а можешь кое-что передать от меня своему боссу с вялым хером? Да откуда? Хотя странно, просто откуда она знает. Ну хотя столько времени прошло, может у него уже там нормальный. Не пускай их ни в одну из своих дыр! О, господи. Я пойду хотя полежу. Минутку. О, ни в какие ворота! Ебаный, а он зол. Ну все, ой, за такое отношение к моим сотрудникам я вызываю вас на ебаный... вызов! Дуэль. Бля, я повторился. Этот бесеныш хочет устроить магическую дуэль. Вызываю вас на вызов. На вызов. Похоже на то. И что же ты придумал, Блицо? Каждый год вы, спидосники, вы... Господи, какие тут те слова и термины используются. Я ору просто. А во-вторых... Я ничего не хочу сказать. И что же ты придумал, Блицо? Хорошая физика здесь. Каждый год вы, спидосники, вылезаете наверх ради легкой наживы, а весенние каникулы — лучшее время любых злодеяний. Я держу пари. Да. Вы, суку, бляди, трахнете меньше людей, нежели мы прикончим до конца дня. Сука, блядь. Суку. Оу, ты не шутишь? По рукам, сучка. Сучка. Кстати, я забыл сказать, мне недавно в рекомендациях вылезала какая-то канал какой-то девушки, которая очень сильно фанат Веросики. На удивление, такие реальные люди есть. Она все закупает с Веросикой, все там акриловые акриловые стендики, все значки. Ну и не только по Веросике, но она реально от Веросики вообще фанатеет. У нее куча ковриков с Веросикой. Прям вот не ожидал, что реально такие люди реально есть, которые настолько сильно фанатеют от таких персонажей. Итак, заткнули ебало, вот Веросики. Вот как мы провернем эту херню. Во-первых... Ну, казалось бы, персонаж, который появлялся буквально на две серии, такой фанатизм, ничего себе. Во-первых, найдем ту его кучу клиентов. Телепортируемся вверх, весело убиваем людей, как обычно. Складываем все тела в охуетительно большое каноэ. Отправляем его куда-нибудь плыть, поджигаем его, чтобы это привлекло акул, орлов или даже гусей. А разве людей можно убивать без, типа... контакт, или типа можно хоть кого убивать, или вообще пофиг. Я думал, они могут убивать только тех, кого там заказали. Ну, ладно. Тебе похуй, они собираются и жрут тела. А мы выигрываем пари. И тычем факи в лицо этой тупой пьяной шалавы, сука. Итак, у вас есть вопросы? Пьяный шалавы, да. Сука. Что это за тупизм? Это не вопрос. А это не план. Прости, но это была блестящая презентация того, что нам делать. Мокс, я не виноват, что у тебя в голове маленький и гладкий мозг. У меня что? Я говорю, что ты тугодум. Боже, Мокси, научись воспринимать критику, ты бездарный мелкочленный тролль. Так почему бы вам не научиться рисовать? Так почему бы тебе не увидеть, насколько дорогие уроки? Эй, а можно в этот раз я пойду с вами, ребят? Абсолютно нет, я запрещаю. Этого не будет, прости, милая. Весенний отрыв не место для юной ранимой девочки Гота. Ты знаешь, сколько фриков там сверху, что пускают по тебе слюни. Слушай, я с легкостью могу сменить. Сука.
Я когда первый раз смотрел, я не заметил. Вот помните, вот в видео от IG Project, он говорил, что там, типа, когда там Адам обращает, говорит про то, что, типа, там люди уроды, и он смотрит при этом камеру, там это незаметно особо, то есть там реально приглядеться нужно, ну, поскольку у него нету зрачков, там реально приглядеться нужно, чтобы понять, что это реально он на зрителей смотрит в этот момент. Поэтому многие этого не заметили. Но в данном случае... Криков там сверху, что пускают по тебе слюни! Сколько фриков сверху там спускают слюни. Ну, по Луне, да, больше всего слюней впускают. Ну, и по Миле тоже с Мокси вполне пускают некоторые. Да по всем пускают. По всем! Ну, и как я про Сверосик говорил, по всем пускают здесь слюни. Особенно по Луне. Вот, кстати, я не проверял, а вот интересно, вот какой самый популярный персонаж в этом плане, я имею в виду, в адском боссе? Наверное, Луна? Это ж Фури, в конце концов. Мне нравится тут... Какие лица изображены у персонажей. Луна с подозрением не понимает. Миля такая, типа, чё? Типа, взгляд скалы, можно так сказать. Типа, чё? Мокси такой, чё, серьёзно? Вам что, заняться больше нечем? И на неё? Вы серьёзно? А Блица, поскольку он, по идее, отец, понятное дело, он вообще негодует. Ему вообще это противно. Слушай, я с легкостью могу смешаться с людьми. Я вам нормально, не помешаю. Нормально. Стоп, повтори. Я могу смешаться. У тебя людская маскировка? Да, у вас нет. То есть вы трое все это время шастали по гребаной земле без людской маскировки? Окей, новый план. А потом я все еще буду без людской маскировки тусоваться на земле. При этом, что на самом деле странно, ну окей. Луни поможет нам приманить людей, а мы позаботимся об остальном. Поможет приманить фуриёбов. Ладно. Ну, как вам такое? Блестящая логика. Ничего против фури, против адекватных фури я ничего против не имею. А в каждом абсолютно фандоме, в каждом абсолютном субкультуре есть свои неадекватные люди. Что среди фури, что среди анимешников, что среди адекватных людей, ну, обычными, которые ничем не увлекаются и считаются у нас нормальными, среди них могут быть вообще совершенно какие-то ипанутые люди. Поэтому вот к фури отношусь нормально, не считая, конечно же, неадекватов, которые могут быть везде. Опять-таки. Упускайте большой нюанс, сэр. Разве нам не нужен клиент, который закажет достаточно убийств для победы? Уточняю. Просто устроить скажем. Резню. У меня все схвачено, Мокс. Теперь мы ждем. А, сэр. То, что говорил, кстати. Хотя им в шестой серии не помешало, это не помешало кучу людей переубивать, кстати. Ну ладно. Мы ни за что не соберем достаточно клиентов к концу дня благодаря одному криво нарисованному непонятному флаеру. О, Трэвис, здорово. Трэвис Скотт, так я его называю. Вот он, Трэвис, реально здесь. Стоит нормально. Фу, на самом деле, такие интересные персонажи тут выстроились. Вот это тоже интересный персонаж. Мне кажется, с ней, наверное, хотя бы какой-то артик есть. Ладно. Так, кто первый? Ну, погнали. Скоро бы начнется жесть. И помните, нас не должны видеть. Понятно, что ли? Стрельба на людях вызовет панику, так что Луна поможет отвести цель в лучшее место для убийства. Список у тебя, Луни? Лучшее место возле помойки, возле параши. У меня. О, Луни, посмотри-ка, ты выглядишь просто ужасно. Я так горжусь. Теперь фас! Не, ну она в виде человека нормально выглядит. Нормально выглядит. Прикольно. То есть она и с таким образом и с девушками будет договаривать. Хотя, в принципе, о чем я спрашиваю? О чем я говорю? А что, это так реально работает? Типа просто какая-то рандомная девушка. Хотя... С такими мужчинами, которые... Мне бы лишь бы какую-то девчонку. Ну и в целом тут туса намечается особая. Хотя, поэтому какие-то странные вопросы задаю их. Нормально. Господи.
9 убийств в мешке. Обожаю, что эти дрочеры сами идут на наживку. Ну что, отдыхальщики? О, сейчас начнется. Кстати, Веросика в людском виде тоже нормально выглядит. Вполне. Веросика! О, господи. Сосиблица. О. Собака. Нормально, кстати, мне нравится. О, блядь, пошло, поехало. Ёб твою мать. Черт возьми, эта сука начала... Ну, конечно, такое я бы не слушал бы, например, по пути в колледж, но ладно. Ночный зов. Теперь у нее все эти сексуальные маньяки. Нам надо поднажать, ребята. Да. Этот в списке, Луни? А? Да, наверное, да. Наверное. Класс! О, воу, чё ты такое? Он чё, зайчик какого-то сожрал, игрушку какую-то. Лепрекон? О, да. Красный лепрекон. Но смотри, никому не сболтни. Супер, следующий, Луни, но он давай. Больше не сможет. Луни, а? Нормально, какого-то чела просто обрыгану убили. Но в плане то, что он... Господи. Пошёл нахрен. Фига, у них стальные головы, что ли? Нормально работает эта вся тема. О, эй. Ты гончая, что работает на бывшего моего босса? Да. На бывшего босса? Он немного странный. Все норм. Это их терки. Мне не за это платят. Да, да. Я Луна. Окей. Я Вортекс! Горячо. В смысле, я буквально понял, потому что пляж, ну, типа, солнце греет. Жарко, да? Да, наверное. Друзья зовут меня Трекс. Как-то я неловко немного. Вот бы и мне друзей. Ну, в смысле, типа, у меня нет друзей. Я вас не отвлекаю часом. Не, чел, у нас просто разговор. Разговоры вызывают ВПЧ! И... ВПЧ? Мы его потеряли. Похоже, что теперь нам придется следовать списку. О, да! Команда ММДМ берется за дело! Срубай его! ММДМС, блин. Я их называю ММДМС. Опять пошло кровопролитие опять. Из-за тебя мы влипнем в дерьмо. Я лишь хотел увидеть, что такое важное могло отвлечь тебя от твоей работы. У меня чё, нет перерыва? Вообще у нас не парится? Парковочное место на кону! Эй, чувак, может успокоишься? А может ты не будешь лезть? Окей, это наше дело. Буквально. Бля, Блиц, почему ты не отвянешь от меня хоть на 5 минут? Потому что я удочерил тебя. Я твой батя. И это что-то это значит? Какая разница? Ты мне не родной отец. Мне было почти 18. Все равно считается. Ну, а не должно. Тогда ты мне не был нужен, козел. И сейчас тоже. Эх. Задело его отцовские чувства. Луда! Тусим! Сучка. Ой. Боже мой, это ебучий опоссум! Ой, господи, боже мой! Ну, какие же люди здесь, конечно, дегроды те еще. Ну, в принципе, как реально жизни. Блиц, я... Наслаждайся перерывом, Луни. Я пойду убью кого-нибудь. Луни-туни. Черт, детка, это было жестко. Ты в норме? Да, детка. Порядок. Он baby. Справится. Baby. Как и всегда. Моя бэйба. Я рад, что ты можешь постоять за себя. Очень смело. Спасибо. Прям очень смело. Смелее не бывает. Мокси!
Он всё поплыл сразу видно, всё. А он аж весь порозовел прям вообще. Буквально, реально. Привет. Эй, откуда у тебя 4 головы? Я хочу их чмокнуть. Кстати, я слышал, что... Я не помню, в какой именно озвучке, то ли в Неадекват Рекорд, то ли в Киберкотов, то ли у кого... Я не помню, у кого точно. Но актер, озвучивший Мокси, реально напился, напился алкоголем, чтобы озвучить пьяного Мокси. Я, блин, вы мне напишите, в какой именно озвучке, я просто не помню. Я смотрел там... Студийное безумие, по-моему, все-таки Киберкоты, по-моему, да. И там актер озвучки Мокси реально напился, чтобы озвучить это. Вот это называю вот серьезный подход к своему делу. Чувак, беги. Ладно. Бегай, разбрызгал все тут, всех тут. Вот это рыбанина. Рыбка. Правда, что ли? А ему весело. Да за что? Кстати, тот чувак вообще ему нормально. Он просто возле какого-то непонятного существа, монстра, где просто такой добрую колу попивает там. Вообще ему нормально. На, ему тоже нормально. Ну хотя он пьяный, конечно. На, пить у него. Летающий демон. Блин, не завидую. Воу. Это женщина. О, она полюбак тебе стоит, не так ли? Кстати! На самом деле, даже правда. Мы это потом узнаем. Да! Вот это выебоны, Милс. Мокси в порядке? Ну, в принципе, почему бы и нет? Я на самом деле не удивлен, учитывая, какие у них взаимоотношения. Почему бы и нет? О, да. Он в норме. О, господи. На очень в норме. Я такой... Напитый. Напитый. Ладно, это слишком слащаво для меня. Ну, ладно, о, супер! А вот и наши шлюхи. Ты уже становишься скучным. О, да не правда, что ли? Я не думаю, что это принадлежит нам. Было бы неудобно, если бы кто-то узнал, что вы, ребята, причастны к огромной рыбе-монстру в мире людей. Да, мне кажется, в неприятности особо бы не было, потому что всем здесь насрать абсолютно на то, что какие-то непонятные красные существа тут везде ходят в последнее время, что-то участилось это все, какие-то непонятные куча убийств. Да насрать, господи, мы люди, а нам лишь бы нужно трахаться, блядь, тусоваться и вот это все. Сатана, смотрите, такие. Вас бы так взъебали. Да, что ж, а вы, три вредных гремлина, будете в дерьме за то, что без маскировки. Вот это, кстати, прикольно выглядит, мне нравится. Что-то в этой вот чувихе есть что-то, не знаю. Наверное, с ней тоже есть арты. Человек сказал, что я опасен. Да потому что тупой! Тупой, знаете, потому что... Это небольшая сцена из фильма категории Б может быть замята, если освободите наше парковочное место. Да от кого замята? Я не совсем понимаю. Победа! От Люцифера? Или кого? Получай, сучка! Идем, пора валить. Такс! Что ж, походу пора закругляться. Нормально. Но эй, если захочешь потусили вместе, могу тебя звякнуть. Правда? В смысле, да, да. Да. Да, моя девушка устраивает массу вечеринок для гонщиков. Круто. Жду не дождусь, чтобы прийти.
Там у друзей себе заведем. Мы эту девушку потом увидим в серии, которая очень много откладывалась и вышла позже следующих серий, которые должны были быть после. Идешь, детка. Идем, Луни-Тюни, вернемся назад Луни-Тюни. И припаркуем нашу бля-колымагу на наше бля-парковочное место. Печаль, грусть, депрессион. Нифига, у нее глаза на затылке есть, что ли? А ну, руки вверх, вы больные ублюдки! О, ни хрена себе. Что, шлюхи, готов? Странно, что их просто сразу не взорвали, как ту семейку. Сосать кучу жирных хуёв. Не знаю, возможно ли так за рубежом и в Америке так. Это типа такая взятка, что-то типа того. Но я слышал, что вот в США взятки вообще очень так к этому относятся, очень, как бы сказать, негативно и категорически. И не, особо никто и не принимает, поэтому я не знаю, как они тут смогут обойти все это. Ну ладно. Хотя, опять-таки, у них тут такие дегротные люди, что и полицейские, я думаю, будут не против и примут данную взятку. Меня разорвало, и яйца мои пожёг, грела вертёл, освободил. Да мне отрезало сердце разбивно, матрос по нет линей. Конфейте! Нормально. Очень такая песня. Классная, конечно. Но опять-таки я такой бы не слушал бы. Пути в колледж. Да и просто не слушал бы вряд ли. Это, знаете, это как в «Отеле Хатби» тоже иногда проскакивают такие вещи, которые в самом сериале прикольно. Вот, например, самая финальная песня 8-й серии. Самая такая финальная, где там куча персонажей поют. Вот она в самой серии и в самом моменте в этом смотрится классно. Но отдельно, ну не знаю, как вы, но я бы отдельно бы не слушал бы. Особенно, что там она часто меняется. То там грустная Чарли, то там веселость, то потом а там Алистер медленный, потом там еще там. Ну, не знаю. Ну, что-то вот здесь тоже из этого разряда. То есть, ну, сама по себе вот мелодия вот эта прикольная, но слова, конечно, особенно на русском. Ладно. Короче, прикольная серия, как всегда, но в целом, ну, пошлятина, грязь, садомия, звенящая пошлость. Это само собой, куда же без этого. Ну, в целом, поскольку я это ожидал, мне это сильно как бы глаза прям не резало. Ну, в целом, норм. Ну, то есть, как бы, в отличие от первой серии, для меня здесь это не было каким-то шоком или откровением. Ну, в целом, окей. Ладно, ребята, ставьте лайки, дизлайки, это реакции, подписывайтесь на мой канал, не забудьте прожимать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о стримах и видео в будущем. Ссылки на про все и на оригинальную видео, и на мой телеграм-канал, на все ссылки в описании под этой реакцией. И всем желаю здоровья и, конечно же, мира. Всем пока-пока.